понимание того, по каким направлениям, каким способом будет осуществляться цифровая трансформация промсектора, он настолько формируется. То бишь, на сегодняшний момент нету какого-то документа, который четко и определенно фиксировал бы эти вещи. Вот. Но то, что такой документ появится, и вероятнее всего это будет уже в этом году, значит, я не сомневаюсь. Почему? Потому что осознание того, в каком формате это делать, постепенно формируется. И, в общем-то, и в рамках презентации я достаточно обстоятельно этот вопрос освещу. Все сводится к тому, что у нас есть, значит, некий набор ключевых компетенций. Вот. И используя этот набор ключевых компетенций, значит, мы рассчитываем предпринять ряд первоочередных шагов, которые приведет к тому, что процесс цифровой трансформации промсектора пойдет в ускоренном темпе. Понимаете, исходя из того, что мир вокруг нас развивается быстрее, нежели развивается Беларусь, значит, речь не идет о навязывании, речь идет о выживании в конкурентной борьбе. То бишь тот, кто не захочет заниматься цифровой трансформацией, он просто погибнет в этой борьбе. Вот, поэтому это не просто там, ну, скажем так, прихоть государства, желание там кого-то побудить к инновациям. Это, ну, скажем так, необходимое условие выживания, я уже не говорю про победу в конкурентной борьбе, значит, с теми странами, которые для себя осознали, что цифровизация – ключевой инструмент повышения конкурентоспособности на современном этапе.